В преддверии нового учебного года в этой школе обновили сразу несколько помещений. В первую очередь рекреацию первого этажа. Здесь разместили обновленный герб образовательного учреждения. Обновили в школе и зал самбо. В нем после уроков ученики занимаются боевыми искусствами. Ну и общая физическая подготовка. Маленькие ребятки, ну вы представляете, мягкий зал, где можно побегать, попрыгать и с ними прозаниматься те же какие-то простейшие занятия провести. Второй этаж школы посвящен патриотическому воспитанию. Здесь расположены кадетские классы. К 1 сентября в них сделали ремонт. Обновили напольное покрытие, покрасили стены, поставили пластиковые окна. В рамках нацпроекта образования в школу поступило несколько интерактивных досок. А в коридоре разместили два новых стенда. Один из них посвящен выпускнику школы Юрию Маткову, погибшему в Афганистане. Вторая экспозиция рассказывает о Великой Отечественной войне. Развитию патриотизма в школе уделяется большое внимание. У нас поисковый отряд есть, а есть отряд, который занимается благоустройством воинских захоронений. Здесь совсем недалеко воинское захоронение, Князь Владимирское кладбище, где наши ребята и ухаживают за могилами воинов Великой Отечественной войны. По-новому стал выглядеть и третий этаж. Стены коридора теперь украшают цветы. Их нарисовал один из владимирских художников. А деревянные окна заменили на пластиковые. Всего в этом году в школе установили 32 окна. Но ремонт на этом не заканчивается. В планах руководства обновить музыкальный класс и завершить ремонт рекреации на первом этаже. Вторую половину мы хотим также отремонтировать. Я даже думаю, если все нормально, мы в осенние каникулы приведем в такой же порядок, как первая половина коридора. Это улучшение материальной базы. Ну, каждый кабинет и каждодневная работа здесь нужно поменять. Что-то нужно поменять здесь. Замечаний к этой школе у комиссии управления образования не оказалось. Специалисты отметили, образовательное учреждение полностью готово принять учеников. Всего во Владимире уже состоялась приемка всех школ Фрунзенского района и большей части в Октябрьском и Ленинском. Непринятых нет. То есть если брать там 5-7-летней давности поездки, то просто было видно, насколько текли школы и детские сады. И сейчас, когда кровли капитально сделаны, значит, протечки прекратились, но большинство ремонтов внутренних сделаны, вот, то есть убраны последствия этих протечек. Но в кое-где, в некоторых местах еще остаются. Все замечания директора школы обязаны устранить к 1 сентября. Завтра приемка школ завершится. Специалисты управления образования проверят несколько школ в Ленинском и Октябрьском районах. Напомню, всего во Владимире 51 общеобразовательное учреждение. В них в этом году будут учиться 39 184 ученика. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».